В здании сибирского филиала Эрмитажа будет 3 уровня защиты. Для того, чтобы сохранить ценные предметы, предусмотрели даже специальные датчики. Их подведут к каждому экспонату. Это необходимо, ведь хранилища будущего музея будут открыты для посетителей. Кроме того, в подвале организуют театр живописи. Но это пока только проекты. Сейчас работы ведутся и снаружи, и внутри. До конца 2016 года строители обещают реконструировать фасад и укрепить фундамент. Ремонт во внутренних помещениях затянется надолго. Срок окончания работ – 2019 год, хотя министр культуры Омской области Виктор Лопухин обещал принять объект к юбилею города. Мы готовы присылать сюда специалистов по наладке оборудования, по системам там, кондиционирования, те, что достаточно сложны для музея. То есть мы готовы помогать. И будем это делать, и будем приезжать сюда не только на раз в год, на дни Эрмитажа, но гораздо чаще.